Это продолжение ФФА сериала, где я играю за Индию. Если вы начали просмотр не с первой серии, то, пожалуйста, перейдите к ней. Всегда интересно знать, что происходило до этого, а не начинать просмотр фильма с середины. Ссылка на первую серию появляется прямо сейчас в верхнем правом углу. Ну, а всем остальным приятного просмотра. Биг Бен еще. Японец там жирно живет, на самом деле. Мне просто очень в тему будет, почему я иду, например, не в школы, а в навигацию. Потому что мне вот этот сипорт будет очень в тему. Он тут еще дополнительные молотки дает. То есть тут как минимум 4. И тут 2, и тут 2. Я отец японец вроде с другой стороны. Ирокез, смысл с нам с тобой сейчас спать? Я его выношу уже. То есть я потом приду просто и... Ну как? В общем, не вижу смысла. Да не пойдет он на тебя, он сейчас голландцы будет у нас. Да, давайте уже кого-нибудь выносите быстрее, то лаги эти надоели. Ну вот, не вставай. О, смотрите, круто. Я просто не уверен, что это будет побыстрее. Голландец с ирокезом как близко. Да ладно, кто спёр? Блин, надо мне, короче, к себе посадить. Смысл я у японца сижу? У японца и так все понятно. А вот у меня пруд. А, ну, походу, это Сиам спёр. Сиаму не жалко, в принципе. Так, еще 9 ходов золотого века. Кстати, что ГГшки хотят? Буэнос-Айрес, Красан Карват. Ну, Виттенберг мне пофиг. Тир хочет фарфор. А фарфор у какого-то... торгового... города-государства, которое я не вижу, похоже. Японцы дофига культуры, смотрите, он мало того, что он принял патронаж, ну, открыл патронаж, открыл коммерцию и еще и в рационализме одну. А хотя, в принципе, он столько же, как у меня, вот эксплорейшн, то он эксплорейшн не открывал. То есть у него молотков нету с инфраструктуры.
Голландец мое чудо построил. Ну, я призываю всех, с кем я торгую крабами, голосовать против запрета моего ресурса. Так. Карват, терракотовая армия, Хая Софья, блин. Нет, строим. Ну, сейчас узнаем, есть ли у меня уголь. О, сразу обработанный. На нем крепость стоит офигенно. Ребят, кто не голосует в Конгрессе? Почему не прошло ничего? Меня слышно? Да. Я голосовал. Ну, почему вы молчите? Кто-то не проголосовал в Конгрессе. Я проголосовал. Мне тоже. Так, давайте думать, что мне лучше принять. Мне что-то кажется, что свободу. Честно говоря. Фабрику купить может. Астрономия. Через два хода надо вернуться. Апнуть в каравеллу.
блин, смотрите, как лагает. Вот я когда поставил трилему-то? 3 секунды, по-моему, лаг. Если не больше. Так, где еще? Вот еще клетка. То я зашел в Виногару, было как будто тут великая библиотека. Это глюк, сукотая. Где они наплодились. Но я пока не разграблю этот лагерь, буду тут стоять триремой, чтобы не появлялась еще трирема и не плыла сюда, а потом уже поплыву, апнусь в каравеллу и поплыву сюда исследовать территорию. Я спорю, что проголосуют за то, чтобы забанить мне крабов. Тут же Халецкий главное зло. То, что сами со мной торгуют, пофигу. А нет, смотрите, все против. Кроме японца. Ясно. Да, я знаю, что я хотел купить фабрику, но у меня еще есть время. Видите, тут же я не покупаю, то есть 6 ходов, грубо говоря. Потому что здесь сейчас построю рынок, потом еще банк, чтобы они деньги приносили. Одну каравелку апну. Там еще, а тут еще подождать надо будет. То все по плану, так сказать. Фига себе, Сиам армию строит, прикиньте.
Что ты, походу, ирокез, не задалась у тебя атака на голландца, да? Нет, вообще не задалась. Он, походу, ждал меня. На моей памяти это уже вторая, да, атака за игру? Да, вторая атака. Ты разве не видел, там моя трирема плавала снизу тебя? Я же видел, что... Кто построил статую Зевса? Еще и голландец статую Зевса построил. Сейчас, мне кажется, иракеза будут забирать. Уже голландец первый по армии. Прикольно. Быстрее. Сколько у тебя армии, Голландия? У тебя что, за один ход построилась? Ну, у меня же терракотка построилась. Что ты хотел? У меня сколько было разных юнитов и терракот. А ты сжег инженера своего? На красный порт. Тут получается, ты... смотри, ты пошел на джунгли в городе с красным портом. Ну, вот и все. Ну, тогда еще там его не было. Он на следующий ход появился. Да. Небось, сейчас голландец жалеет, что сжег инженера на форт, да? Не особо мне так, мне так сильно соль не нужна, чтобы с японцем торговать. Так, когда тут у меня два хода до порта? Так, можно уже построить, в принципе, рыбацкую лодку сюда. Отвезти ее. А здесь красный форт. После фабрики, конечно. Thank you.
Чё никакие ГГшки не хотят? О, тир. О, отлично. Когда-то тир был моим союзником. Но это время давно прошло. Может, он сейчас станет моим союзником? Столица, походу, одна клетка осталась необработанная. Ну, выглядит, конечно, больше, чтобы мне свободу взять. Имеет смысл. Для порядка у меня как-то маловато холмов везде. Это видео подготовлено при поддержке 2GIS. Справочник и карта 2GIS будут с вами даже там, где не ловит мобильный или нет Wi-Fi. Благодаря подсказкам вы можете увидеть, работает ли организация в текущий момент, и если нет, как скоро она начнет работать. В справочнике 2GIS также учтены обеденные перерывы и выходные дни. Вы сразу можете увидеть, что обед заканчивается через 15 минут, или что сегодня выходное и учреждение закрыто. В любом случае, заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте карту вашего города или тот, который вам нужен. 2GIS, если быть точным. Писателя, наверное, для принятия свободы, я так думаю. Хотя... Блин, сейчас еще Сидней придет. Сиам, я за тебя проголосую, если что. Хорошо, я тоже за Сидней. Ну давай. Defense Pact. Это кто, голландец сказал, что он за Сиам проголосует? Сиам. А? Сиам. Короче, я за голландца голосую. Так, еще один ход. Ну, давайте Айсофию. Так как есть еще одна религия, почему нет? На меня никто ничего не распространил. Ну, в принципе, уже можно купить фабрику, чтобы быстрее тут у нас все строилось. Верно я говорю? Ого, еще какие-то даже руины есть на планете. А я Софья один ход строилась. Решил, так как есть еще религия, почему нет? Так, что у нас там вообще индусы верят? Сикхизм, по-моему, у них есть. Ну и само собой индуизм. Давайте индуизм. О, я могу пантеон выбрать. Так, а что бы мне взять на пантеон?
Может, быстрее рост, так как анкорват у меня еще, так оно быстрее все будет расти. Две науки, лагеря, плюс одно счастье, городов с населением, ну, не знаю. Давайте. Религиозное поселение никогда не брал. Тупо золото возьмем. Да, сложно так выбирать в конце, конечно. Ну, взять еду от святилища храмов. Чего мне показывает, что у ракеза солдаты 0, а как бы, ну, артиллерия стоит хоть? Читы? Какие читы? Я в этом ходе. Я шучу, шутся, спокойно, спокойно, пошутил. Блин. С этим выбором религии... Так, порт, тут порт, где порт-то? А, блин, еще гавань надо построить. Так, ученых я продолжаю садить. Что маловато веры, по-моему, ой, религии для того, чтобы их сжигать. Блин, Сидней разграбил. Круто. Так, ладно. Сплаваю за руинкой. Найду-ка еще в Мумбаи. Внезапно так. Да, у японца там города неплохо растут, конечно. Но идеологию я раньше не упрямую. Что меня радует, конечно. Я думаю, он бы тоже хотел свободу. Но ему придется, видимо... Ого, писателей...
накоплено. Прям, видимо, хочет идеологию принять и тогда прожигаться. Опять сам спер теху. У нас как бы защитный пакт, на самом деле, с Сиамом. Я не думаю, что мне тут стоит волноваться. А вот по поводу японца мне хотелось волноваться, потому что он мог как раз в свободу идти. Ну, с тремя писателями это еще... Не факт, что он не идет в свободу и не возьмет этот иностранный легион. За крепость такая японец. Угледобывающая. А, тут уголь был, да? Представляешь себе, у меня на моей территории нет угля, а вот только у тебя здесь. Рядом со спортом. Нет. А у меня больше вообще нигде нет угля. Ну, сверху я вижу. Вот где арбалет стоит. А, у Занзибара? За соль я проголосую, как японец голосовал за бан моего ресурса, так и ему надо забанить его ресурсы. Все, у меня конечно подходит. Накрылась моя жестко. Накрылась моя военная политика медным тазом. Это кто говорит? Это не отец. Я как бы это понял еще тогда, когда у тебя была первая армия, а потом стала последней. Да. Да, мы с тобой два фейла, Иракес. Голландец хитрый оказал. Так а как он тебя обхитрил, по-твоему? В чем его хитрость? Ну, я просто не надеялся, что у него столько армии будет. Я просто не успею. Слишком покладится себя. По крайней мере, я думал, что захватить он меня не сможет.
ладно, тогда. Да, мне надо было в начале гитайров. На гитару вставить, когда я японца отковал. Тебе надо было атаковать японца вместе со мной. Ну, Лёш, ты был черт знает где от него. Так я же тебе объяснял, что я к нему подхожу, под его столицу. Причем не я шел его нападать, он на меня напал, пришел зачем-то. То есть... Ну, я решил тебя отвлечь немного от темы, хотя, ну, это было слишком поздно, я так понял, но... Не, ну ладно, я понимаю, что ты японец сделал. Я не понимаю, почему грек вместо того, чтобы на тебя напасть, начал тебе юниты еще дарить. Он на что надеялся? Что потом... Что произойдет? Вы будете с ним дружочки-пирожочки до конца игры? Нет, я, конечно, ждал японца, но попозже. А тебе надо было ждать, как только мы с ним мир заключили. Он был, по-моему, либо первый, либо второй по армии, не помню. Ну вот я его первым по армии не видел, я тебя всегда видел первым по армии. Ну ладно, не суть. Все, ты выходишь уже? Ну да, мне, в принципе, уже ни на что не удивился даже. Спасибо всем за игру. Спасибо, Лёва. И тебе спасибо, давай, пока. Пока, пока. Ощущение, что японец тут даже не ходил. Скоро государство хочет торговать, хочет Женева, Сидней и Алматы. В Сидней не добегаю, в Алматы. Ну, почему бы и нет, в принципе. Может, кикните иракеза? А что, он все города потерял? Нет, один вроде еще есть. Один, да. Нет, у него еще три города. А, да? Надо там неплохо засел, смотрю. Ну да.
А ты мне новый юнит какой-то дала. Прям даже интересно, какой. Белый арту. Ты тут, по-моему, с арты даже хрен пройдешь. Отсюда я могу не ждать нападения, как я понимаю. Что там Тадж-Махал строит? Японец. Кстати, Веджанагаре еще конюшня будет неплохо. Еще два молотка будет. Это неплохой юнит. То, знаете, какой-нибудь трибушет бы дал. Дал алматы. Ай-яй-яй, японец. Ты лишь техи. Блин, один ход остался, как оказалось. Так, три хода Тадж-Махал. У японца 4. Отлично. Тем более у него убит шпион, и он не увидит. Ну, 85 золота. Очень неплохо. Виттенберг. Бегает караван. В Сидней отправил. Так, мне, конечно, надо выходить в статую свободы. Что у нас тут с реками?
у меня река только у Мумбаи. Ну, вы помните, как я ставил город, чтобы побольше захватить? Даст хоть что-то. Ну, все равно надо после научной теории в электричество. А потом уже... Вот так... Гляс, ты сейчас настроил или у тебя до этого не были? Нет, сейчас построил. Ой, сиамского убил. Круто. Решил фабрики достроить. Он еще и фабрику не достроил, начал Тадж-Махал строить. Ничего себе. А, блин, тут соль на равнине, я думаю, на холме. Ну, как ты меня обстрелял? Голландец, может, ты теперь греку там поможешь? Или тоже не пройти? Ну, мне туда сложно идти, мне проще... Даже, не знаю, не греку помочь, а японцы дальше сносить, но мне вряд ли получится. Я не вижу вообще, где грек. Я вижу его один город, Афины, и все, ну, который уже японский. То есть даже если куда-то плыть, я даже не знаю, куда. Налево. Ну, японец говорил, что он во внутреннем море, так что ты, наверное, к нему не проплывешь все равно. Ну, вот внутреннее море, я так понял, это Киото и Брюссель. Нет, он ко мне проплывет, он ко мне проплывет. Там просто так города стоят, что... Задев я их смогу. Вот пытаюсь Спарту вернуть. Пожалуй, сожгу.
А, вот тут, наверное, есть проплыв к японцу, я так понимаю. Ладно, сейчас еще этой каравелкой сплаваем, посмотрим. О, увеличили население в одном из городов. Тоже неплохо. Это что за линия такая? А, это мой Не хочешь караван? сжечь Спарту, японец? А, ну, тогда потеряешь шубы. Сейчас дострою, сожгу, наверное. Ну, что? Голландец, у тебя фрегаты есть? А кто спрашивает? Грек. Для грека нету, да? Не, ну их правда нету. Ну то есть они могут быть, они нужны. Я поспросил, проплыть можно, мне сказать, вот нельзя, нет? Ну вот ты видел, где ты лагерь уничтожил? Ну, я понял то, что ты говоришь. Я же говорю, я доплыл до, ну, границы Антанарилы, и вот то, что там было, наверное, до Афины, не знаю. И дальше я не знаю вообще, что там. Но ты проплывешь здесь, везде есть проплывы. Даже если ты Голиасом, например. Ну, хотя Голиасом мне нафига, они у меня и самого есть. Ну, фрегаты мне бы не помешали. Продолжаем наш угар золотого века. Япония, он все-таки оставлял Интересно, писателей. помню свободу. То есть ты японец писателей оставлял для иностранного легиона, да? Ну, на всякий случай. Прям хочешь сейчас прожечься в иностранный легион? Ну, в общем, вы там имеете в виду, тут, видимо, скоро у японца иностранный легион пойдет. Ну, куда он пойдет? Нас тут мало осталось. Калеки одни. Ну, тут, конечно, выбор либо ко мне, либо к вам, но так как у меня у самого иностранный легион, то мне кажется, есть такое И что в подозрение. Голландии? Красиво в Утрехте, польдеры. Да, там всего 4 штуки. Слушай, голландец, если бы мы так, ну, нормально бы разведывали территорию, то мы вообще с тобой могли бы на Голиасах воевать, например. У нас тут, Я бы оказывается, не проплыв потянул. между собой. Но я бы тоже не потянул. Что, Но построил все, да? факт. А, ну да, ты же принял идеологию, точно. Вот ты негодяй. Такой город бы сжег. Кто? Что? Кто негодяй? Японец. Почему? Спарту жжет. Не хочет мне ее возвращать. Японец жжет? И вообще жжет. Всю игру просто. Ну нахрена я трирем строил, японец, а? Неужели японец не видел, что я Тадж Махал построил? И будет... Ход будет терять сейчас.
Наверное, дофига варваров, раз японец сюда не ходил. Неужто дань с городов-государств так набрал? Так, а я тут как по армии третий? Триста восемнадцать. Как-то маловато, честно говоря, наука для этого времени. Хотя я еще школы не построил. Так, ладно, а что ГГшки хотят? Кейптаун хочет золото. Буэнос-Айрес. Театр Глобус. Так, а что там у Сиама было? У него же было вроде золото одно. А что мне городам? Медь. А, вот, я уже медь могу обработать, кстати. Наконец-то. Сколько у меня рабочих? Три. Так, больше холмов под Петру. Ну вот, еще эти два, конечно. Но они не такие классные, как этот, этот, этот. Уже у японцев городов-то три своих и еще вот захвачены. Ну, уже кто-то даже райфлменов открыл. Скорее всего, это японец. Ладно, не буду издеваться над тобой, японец. На самом деле, у меня одна трирема распустилась. Одна осталась только. Попробуем спереть тогда.
Слушайте, он там мог уже... Не, две свободы. Блин, как бы он раньше меня... А у меня нету инженера. Чтобы... И не будет, чтобы статую свободы построить. Так что меня беспокоит. Так надо сделать. Так. Тут ученые не скоро. Вот тут я, видимо, инженера получу. 25. 25 вход. Это значит, инженер у меня будет 135, 145, 149. 140, ну, 150 считайте, да? 6 ходов для инженера. Отлично. Он у меня будет сохранен на статую свободы. Проплыва, видимо, нету, да? Ага. Алюминий у Сисичиналая. А у меня алюминия нету вообще. Ну, я могу не воюя, например, с ним отжать его генералом. Например. Вот еще алюминий. Ну тут 8 алюминия. 8 алюминия — это очень-очень хорошо. Да, и больше нету у меня.
что, сжигаю ученого. Этих стрелков я хочу у японца спереть, поэтому буду сжигать. Так, так. В удобрение. Но японец не идет во рту. То есть я не думаю, что он может иностранным легионам без арты мне что-то сделать. Денег, видимо, дофига. Блин, так это все-таки не японец вышел. Эх, фак. Ну ладно. Индус, у него же фарфор. Ой, фу ты, голландец. И что? Ты со всеми заключаешь научные договора, а остальным нельзя? Нет, я просто говорю, что у тебя фарфоровая пагода, и ты получишь намного больше, чем я. Ну, я тоже получу? Или мне не надо получать? Нет, ну я не тебя же спрашиваю, я голландец интересуюсь. Потому что он тоже получит. Он получит меньше, чем я. Но получит. Так, 7 ходов. Главное, чтобы не перебил никакой великий ученый. Увеличилось, кстати, мы считали 6. Увеличилось, потому что я фарфоровую пагоду построил, и ученый с фарфоровой пагоды увеличил количество очков. Но меня это устраивает. Так, если я вот так сделаю.
Да, я видел, что школа уже построилась, там не сидит специалист, но хочу... Не успел, в общем, я переключать, я не хочу переключать с горы, пока тут банк строится и прочее. Ну что, рассинхрон будет? Что, рассинхрон будет, да? О, с Ванидзе поднимаем. Ванидзе, ты тут? Я тут, да. Не знаю, может, сейчас опять вылечу. Нет, точно, вылетел. Ну, я вижу двоих Сиама и... Ну, попробуешь зайти обратно? Сиам тут? Я почему-то Сиам вижу. Я тебя не вижу. Ладно, значит, у меня сейчас зайду. Не буду включать на паблик школу. Я хочу, чтобы инженер родился. Поэтому не буду увеличивать. Вы мне скажите, когда можно? А ты уже готов, да? Ну, я да, я готов. Ну, сейчас походим. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. На этом пока все. Продолжение через день или два. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.